Миллион рублей на развитие бизнеса. Как работает программа «Мое дело» и куда поехать туристам, чтобы получить кэшбэк. Темы недели «От мошенников до футбола» обсуждаем в студии специального разговора. Гость в эту субботу – заместитель министра экономического развития Наталья Ситкина. Эфир завтра в 20:00. А пока цитаты. Мы ввели такую сложную систему вот в первый год, не просто грант, а льготный кредит с грантовой поддержкой. То есть предприниматель, если хочет взять кредит для того, чтобы развивать собственный бизнес, он его возьмет, и 30% от этого кредита будет погашено государством в качестве гранта. И еще в качестве гранта будет просубсидирована процентная ставка годовая за пользование этим кредитом. Пальм и моря у нас нет? Да. Да, у нас есть... Но мы не претендуем на это. Да. Красивый Днестр и все его берега. У нас есть хорошие и качественные гостевые дома. И у нас есть прекрасные гиды, которые умеют рассказать историю этих мест. Провести классно и качественно выходные, поехать на 2 дня куда-то, красивое место сделать, сплав по Днестру, или опять же съездить в те же Гаяны, или посетить Дубасары. У нас есть много предложений, которые опубликованы в приложении «Билет ПМР». Ими можно воспользоваться и получить хороший возврат денег, кэшбэк. Вы на футбол придете? Обязательно. Я купила билеты, ожидаю потрясающий матч. Я уверена, что он будет, несмотря на результаты его. Я уверена, что он будет впечатляющий. Да. Почему вы ходите на футбол, Наталья? Очень люблю атмосферу. Очень мне нравится. Я болею за нашу команду. Наблюдаю за игроками. Мне нравится, как работает вратарь. Я смотрю, как женщина на них, на всех. Они все очень красивые, на мой взгляд. Но и при этом еще очень спортивные. И это вообще потрясающе, что у нас такая сильная команда. И что Шериф привозит к нам такие знаменитые футбольные команды. Делает нам такой шикарный футбол.